Почетным гостем турнира «Гала K1» в Кишиневе будет «Дикий самурай». Румынский боец Даниэль Гидзе второй раз в этом году приглашен в молдавскую столицу в этом качестве. Еще один почетный гость турнира – Джорджо Петросян из Италии. В сентябре Даниэль Гидзе был специальным гостем турнира «Гала K1», организованным ассоциацией «Байофи Шоу». Вместе со знаменитым Реми Баняски он наблюдал за поединками в легкоатлетическом манеже Кишинева. Похоже, Гидзе у нас понравилось, и он снова согласился приехать в Кишинев. На этот раз вместе с Гидзе почетным гостем турнира стал итальянский боец армянского происхождения Джорджо Петросян. 29-летний боец громко заявил о себе после побед на турнире K1 World Max, который считается одним из самых значимых в мире единоборств. Джорджо Петросян приедет в Кишинев не только в качестве специального гостя, но и болельщика. Его брат Армен Петросян выйдет на ринг против Дарела Кристиана в суперфайте. Джорджо тренировал своего брата несколько месяцев перед этим боем и будет давать ему указания. Последний турнир «Гала K1» в Кишиневе в этом году пройдет 20 декабря в легкоатлетическом манеже.